Добрый день, получила свою посылочку с цветочками МРС почтой. Сейчас скрою, посмотрим, что там, как там. Думала, коробочка будет больше, но она какая-то такая маленькая. Прям уж не знаю, как там они утрамбовались. По крайней мере, знаю, что с цветоносами должны. Плюс подарок написано. Вот, с конфетюшками. Короче, подарок у нас кара, я как понимаю. Угу. Вот такой у меня подарок. Вот такая супер бумага. Вот один цветочек упакован в бумажку. Их у меня 5 цветочков. Не переломались. Так, что такое? Как ты их не поставишь? Упакованную бумагу. Ножиком еще. Ножиком разрезаем. Ты бумагу в коробку скинь сейчас. Ага. Моя прелесть. Прям не могу. Это такой обычный, но что-то посветлее, чем. Ой, чуть-чуть. Маленький такой. Цветоносик один уже отцвел. И чуть-чуть, наверное, поломали, может быть. Думаю, вот это который я ожидаю. Пупсика своего. Мы сейчас еще их покупаем потом специально. Даже второй с цветоносиками. Это я думала, что там всего два у меня должны были с цветоносами купиться. А все остальные как бы отцветавшие должны быть. Вот, маленькие пупсики еще. Вот, а этот другой немножко у него, видите. Они похожи, но немножко разные. Вот он бархатистый. Это потом ближе я покажу, чем они отличаются. Цвет они одинаковые. А, это 4. Да, это мой. Пупсик. Немножко другой. Вот ладно. Тут у нас надо парочки. Они все мелкие какие-то. Ну да, они маленькие. Они вырастут больше. Эти же мини я же брала. Они большие. Цветы, может быть, не вырастут. Но он как бы не очень маленький такой. Вот это надо в карантин. Какой-то этот клещик или еще что-то с паутинкой. Это надо будет обрабатывать обязательно. Паутиночка, то есть промыть, вон клещ побежал. Ага. Вот убила одного клещика. Надо будет обрабатывать. Как-то его в карантин. С живностью приехал вот этот цветочек. Ничего, мы его выведем. Вот, наверное, белый, скорее всего. Может, не белый. Не могу сказать, какой-то. Ну,
бы давно уже не поливавшийся. Ну, нормальное состояние, по крайней мере. Ты не знаю, тут не по-русски написано, непонятно, что написано. Что-то написано. Это тот, который белый, который красивый. С язычком там видно. Чисто белый, из примеси. Написано было цвёл. Вот этот, кстати, тоже написано цвёл. И вот это тоже написано было. Нет, вот это, по-моему, еще цветёл. Вот это цвёл. А нет, немножко, да, тоже фиолетовый будет. С оттенком фиолетового. Просто у него эти лепесточки будут такие вот нацвёвшие. Видишь, какие у него? Тоже фиолетовый, но немножко другой. Вот. Будет поближе прям. Или к камере поднести, показать цветочек. Сейчас он как бы не очень хорошим, не в состоянии. Но потом в дальнейшем, когда они напитаются нормальной водички и на солнышке постоят, как бы они преобразят все такого фиолетового цвета, да? Красиво, да? Смотрится вообще великолепно. Но видишь, такой интересный, как бы тоже фиолетовый, но с чем-то замутан. Так. Это у меня. Это 4. О. 4 цвета носика. Таких. Надо палочки теперь. Не палочки, или не умею без палочек было. Так, вот это у меня такой просто, который вот так показывает. Так, так. Вот он. Вот он. Вот такой он. А этот у меня вот это. Было два маленьких, но давай вот этот вот, эту приподниму. Наверное, так проще будет. А этот вот так. Там еще какие-то перепоночки у него прям. Вот такой вот. Я бы все показала. Вот этот вот пришел, но он у меня не цветет, как бы цветонос. То, что цвел, то цвел. Должен быть белого цвета, по крайней мере, которого я жду. Эти карантин их поставлю и обработаю эпином или цирконием для адаптации, чтобы мне еще кто вот цветет, не сбросили мне цветочки переезда. Недолго ехали, но все равно. Вот и все, что я хотела показать. Спасибо за просмотр. Всего доброго.